Здорово всем. Galaxy Squad. Настройки я те же самые выставил, только поставил скорость противников минус 50%, а там перма-смерть. В общем-то, это называется, типа, ну, не знаю. По-моему, идиотское название, если честно. Так, строительная станция. Производственная система. По каким генеру деньги под отряду каждый ход. Время строительства 6. Увеличит генератор. Так, давай деньги, наверное, или чё? Защитные системы. Дополнительный генератор. Нет, всё-таки может топливо... Нет, ну хотя... Ой, блин, вот чё сделать-то? Ладно, давай производственная система. Полетели. Да возьмем денег. Почему и нет? Кстати говоря, на халяву уксус сладкий. Так, ладно, мне, во-первых, надо как-нибудь будет... наших всех сейчас приодеть. К сожалению, так как от дока нету толку. Так, здоровье, точность. Да, точность, конечно, там на 5% не сильно поможет. Ну хотя, если 4 импа поставить, может, куда-нибудь попадем. Имплант ресурсов. Не, это только тебе, деть. Поменял я этого мужичка. Так, у нас что? Кинуть сканер. Бесполезная хрень, оглушающая граната. Аптечка. Так, ты у нас будешь с гранатой раз, ты с гранатой два. В принципе, можно потом увеличивать здоровье на 20%, но это потом уже все. Пока летим сюда. Так, вы посмотрели пиратский корабль, который в данный момент атакован Рой. Вы можете помочь любой стороне, либо улететь. Давай Рою атакуем бандитов, поможем. Так. Угу. В принципе, пока все похоже, да? Confirmed. Destroy. Ага, вижу я тебя, деть. I'm going. Ты там один, да? Ну, порядок. Нет, и двое. Help! Ох, нехило у него ДПСик. Хорошо. I like it. Так, может гранату кинуть сразу им? Почему нет? Let's do this. You got it. Come get some. Ай, как я тебя обожаю за это, слушай, это просто капец. Да. Знаете, меня иногда это все удивляет. Так, смотри, здесь, насколько я понял, я когда первый взгляд еще свой смотрел, здесь как шахматы. То есть нам надо правильно распределить. У нас есть здесь точка и здесь. Значит, мы сюда должны двигаться, потом сюда, потом вот так вот. Попробуем, короче, как шахматы поиграть. Мне вообще-то интересно все системы подизучить. На станции у нас может быть интересного. Так, а так у нас станцию надо атаковать. Я лопала неожиданно. Ну блин, ладно, хрен с ним. I'm going, I'm going.
What do you need? Угу. Ручки-паучки. I'm going, I'm going. Это пермадет надо было бы, наверное, убрать. А тут зомби, заражение. Серьезно? Roger. Вау. Help. Да, кусаются не больно. А, ну они на одного пошли кусать, значит, порядок. Let's do this. Так, для начала. Давай-ка мы их сразу двоих тут штампанем. At the ready. А вот зомбиком, зомбиком, зомбиком. Лучше вот так вот. Roger. Кредиты получили, да? Let's do this. Понятно, зачем это все нужно. Так, нет, мне сначала. Let's do this. Вот ты давай беги. Гранатомет. В общем, прикол. Противника надо не убивать. Противникам надо аккуратно воевать. Ладно. Ты не добежишь, да? Да, он медленный, пофиг-то. Ну, ёлы-палы, не исчезла халява, что ли, всё? Умри. Обидно. Так, что мы получили? Мы получили броньку. Непонятную фигню под названием гранатомет, но для гранатомета. Ой, они с автомата-то попадают вплотную с трех выстрелов один, дай бог. Я боюсь, куда они гранатометом сами себе под ноги будут стрелять. Ну ладно, продадим топливо. Планетарная пушка, ага. Так, и здесь с планетарной пушкой надо быть аккуратным, блин. Как-то не вовремя. Черт. I'm on it. Легкая броня, да? Будем потихонечку двигаться. Ого. Talk to me. Вот дерьмо. Да, не очень хорошо. Так. I'm on it. Awaiting directive. I'm going. Так, ты сюда. Блин, я вообще туда попал или нет? А, вот он, блин, вообще его не видно, ну ладно. Так. Вон там точность, может их собирать не надо? It shall be done. We could use some help here. А, ну порядок, так я и рассчитывал. Так, как я и рассчитывал как раз. Дядя.
Ты с какого будуна здесь кого-то хочешь атаковать? Destroy! У меня вот такой вопрос банальный, интересный. No problem. Пизм, короче, еще тот. Yeah. What can I do for you? Еще надо не забывать, что там он щит поставил. I'm going. Не понял. Let's do this. Ready. I like it. Ready. Ага, вот и подкрепление, да? Как я рассчитывал. Так, 65 и 10. I'm going. Конечно, это немного читерно, так как я уже знаю. Come get some. Что здесь, в принципе, будет. Немного это неправильно. Так, граната. К сожалению, не совсем попало так, как надо. Но дай-ка мы разберемся, как подхиливать здесь. What do you need? А, надо подтверждать. What can I do for you? Так, у этого 100. Да. Погоди, так это собака, что ли? Engaging. What do you need? Да нет, какой-то пёс-киборг, что ли? Да, походу, дело. I'm going. Так, ну хотя бы я понял, как лечить. You got it. Yeah. Ой, боже мой, как это так стрелять можно? Ужас какой-то. Yeah. Так, там мне еще перезарядка понадобится или нет? Попробуем без нее обойтись. Да, нужна перезарядка уже. Ну хотя бы этому не нужно. Come get some, Commander. I was made for this. What is it? Let's screw them hell! Oh, wait. 4 из 6, да? Да это не важно. Так, я что-нибудь получил полезное? Ну да, легкую броню получил. Можем своих хотя бы зафитить более-менее нормально. Еще и шляпку получил. Шанс уклонения, шанс крита. Ну, не знаю даже. Так, мало имплантан точности. Ладно, я фиг с ним поставлю, конечно. Но я что-то не уверен, что это вообще имеет все смысл. Да, вот так вот потом пойдем. Я не знаю, смогу ли я все здесь изучить. Я бы хотел, если честно. Но игра такая, что, возможно, нифига и не получится.
locked and loaded. Все, кому не, никому не нравится графика в этой игре, это нет. Ну тут система вот реально довольно-таки прикольная. Так, есть что-нибудь тут вкусное еще? Ну пока, увы, нету. Этих-то я вижу, засранцев. Moving. Okay. Попадут, не попадут, интересно. Было бы неплохо, если бы люди мне еще помогали. Отлично. Roger. Угу, одна выжившая. I'm on it. Курить сдохло. Okay. Ты у нас покрепче всех остальных, так что. Чё-нибудь гранатомет, yes. Да? Understood. Ну, по поводу гранатомета я промолчу, он, в принципе, come не нужен. Так, мы можем корабль улучшить. Так, а и что здесь сделать-то такого полезного? Шоковая пушка, атаковать, оглушать врагов, миссия. Да нафиг, нет, все надо. Улучшенный генератор, максимальная емкость. Нет, генератор у нас будет в другом месте. Генератор мы здесь поставим улучшенный. Здесь пока ничего не можем мы сделать. Так, отряд. А чё ты мигаешь? То, что у меня тут что-то... Малый имплантат уклонения, шанс уклонения. Ну, давай поставим. Хотя... Тебе-то этот имплант зачем? Вот, винтовочка тебе бы не помешала, кстати говоря, в птичках. Ну, гранатомет, конечно, я продал куда-нибудь сейчас. Нафиг он нужен. Шанс уклонения и еще имплантант здоровья. Я думаю, бы мне не помешал. Так, теперь сюда. Ну, давай на планету спустимся. Ready. Так, здесь, смотрю, не очень-то меня дружественно встречают. Так, подождать, пока не сами подойдут. Ух ты, ёшкин ты, кот он попал. Прикинь. Absolutely. Да ладно. Come get some. Кристаллы, кстати, разбиваются, любопытно. Roger. Ну ладно. Они попадают, да ты че, серьезно? Кстати, это зомбик. Надо сейчас, короче, вперед просто убегать. А вот и жучок. Второго надо пристрелить. Yes. Не, зомбика не трогать, он хороший. Engage. Так. Сюда. Угу. Там еще что-то есть, там дальше еще что-то есть. А дальше, возможно, еще и зомбики есть. Roger. Так что ему лучше умереть. Так, отлично. У нас, значит, ты есть. Двигаемся тобой. Affirmative. Huh? Идем подбираем. I'm going.
Хат, зараза, это пушка была. Ну ладно. Так, о, давай на станции приземлись, а может продать сможем тот хлам, который мы насобирали. At your service. Да чтоб тебя. Ой, я-то думал. Ну ладно. I'm on it. Думать в этой игре, походу, вредно. You got it. Let's do this. Very well. Что мне эти гранатометы уже в кишках сидят. Сколько можно? Understood. What do you need? No problem. No problem. Я вижу, броня-то не сильно помогает. Че, выжил? Так, стоп. Что-нибудь вкусное тут где-нибудь есть еще? Нет. Значит, прощай. Come get some. Так, теперь сюда. Еще одна пушка планетарная, любопытно. What's the plan? Вот пока плана у меня-то и нету. Affirmative. А тут зомбики в этот раз. Confirmed. Moving. Engaging. Я не знаю, с такого расстояния вряд ли вообще кто-то попадет. Кроме ИИ. Дай-ка я посмотрю кое-что. Здесь есть, вон там что-то, тут что-то. Надо как-то туда добежать. Так, один готов. Хорошо. We could use some help here. What do you need? Там я еще одного вижу. Come get some. А, дроны тут здесь вообще хилые аж до беспредела. Так, у тебя, чувак, 120 хп. В принципе, мы вдвоем должны будем справиться и подобрать все, что тут лежит. Плохо. Yes? Я даже втроем. А, так у него 132 в одного, ну нифига себе. Немножечко я ошибся. Ready. I'm going. А, это тяжелый какой-то дрон. Любопытно. Нет, чувак, мне ты не интересен вот вообще ни разу. Very вот well. Это интересно. И вот это. Так, ну мы все подобрали с карты, да? Я бы сомневался. At your service. Да не ожидал, что не промахнулся. Roger. Так, предыдущая Here часть comes the pain. На первом осмотре, первом взгляде, точнее. Что происходит? Да подкрепление. I'm going. Confirmed. Reporting. I'm on it. Любопытно. Ну хотя ладно. Engaging. Understood. We're under attack. Упреждающий удар, какая-то способность или что? Engaging. What do you need?
I'm on it. Come get some. At the ready. Okay. Это, конечно, любопытно все. We will crush them. Awaiting directive. Moving. Engaging. I'm here to serve. No problem. Так, пушку надо взорвать. At your service. I'm going, I'm going. Moving. Let's do this. Absolutely. Почему? I'm going, I'm going. At your service. Engaging. I'm going, I'm going. А, возможно, перезарядка. Да, кстати, я что-то не подумал как-то. Да, перезарядка нужна. 7-0. Не, вообще не попали. Убийца Рою. Прикольно. Довольно забавно даже, я тебе скажу. Так, ну пока... А вот они уже появились. Я надеюсь, я смогу более-менее хотя бы адекватно как-то поисследовать мир. Мне в играх, народ, всегда интересует исследование мира. Починка. Слот системы, стольник, да, стоит. Это что такое? Зарядить генераторы. Давай слот откроем. И возьмем топливо. Примерно пока вот так вот возьмем. Так, здесь у нас что? Мне надо продать лишний хлам. А вот продать вещи, да? Так, продать. Ну, легкую броню я одну оставлю, как думаешь? В принципе, да. Ладно. Так, как тут уйти-то? А, может, что-нибудь купить сможем? Ну, легкая броня. Импланты, сколько они стоят? А тут малый имплант уклонения. Крита. Точности. Чё, блин, даже... Стоп, это что? Охотничья винтовка. Одна пуля? Одной пули я точно здесь никуда нафиг не попаду, сорян, чувак. Ладно, полетели, короче, дальше, еще какую-нибудь станцию найдем. Топливом подзаправились, пока все хорошо. Правда, мне не нравится то, что каждый ход практически. Начать будет боссом? Давай. Почему мне это любопытно? И где здесь босякин? I like it. What do you need? Выстрел ракетой. Каким боком здесь это к этому месту относится? Ой-ой. I'm going. Не докинет, да?
Можем попробовать, конечно, выстрелить. А, выстрелить мы тоже здесь не сможем. Тогда. Да защищайся, что я тебе еще могу сказать. Толку от тебя здесь тогда. Мягко сказать, нету. Reporting. Так. И давай тоже сюда. Так, мне надо как-то здесь распределиться. No problem. Гранату докинем. Гранат бы мне не помешало две, да? I'm on it. Ох ты, ёлы-палы. Let's do this. Они очень больно бьют. We will crush them. И они очень крепкие. Yeah. Так, ну одного мы уничтожить смогли. Yes. Так, у тебя ХП пока еще на один удар их не хватит. Destroy! У этого дела немножко похуже, да? Engaging. Так, вот как с боссом сражаться, это, конечно, еще тот вопрос будет. Я надеюсь, он умеет не умеет воскрешать. Хо-хо-хо, я понял, лучше сныкаться где-нибудь в другом месте. Так. Чё-то как-то довольно круто он бьет. Да лучше вот так гранаты кинуть. Угу. Командор не командор. Сюда и на себя. What's the plan? План пока у нас хреновый, эти скажут, если честно. Так, ну ты подхилился хоть и... Roger. Можно попробовать, конечно. Я, правда, не уверен, что это оригинальная идея. Так, ну не так сильно прошло. I'm going. Come get some. Попробуем, huh? Конечно. Так, если он меня не убьет, конечно, будет хорошо. Я бы предпочел воспользоваться аптечкой сам на себе. At your service. I like it.
Ладно, давай перезарядку. Let's do this. Commander. Ready to roll out. Да выбора тоже нету. Эту хрень надо валить. What do you need? Так. Confirmed. Let's give him hell. Commander. Let's do this. Так, короче. Ready to roll out. Confirmed. Confirmed. Let's give 'em hell. Let's do this. Yeah. Да, идея была дурацкая. We will crush them. Что? Блин. Может, пермадет нахрен отключить, а? Ну, вообще прикольно, мне понравилось. Правда, по новой начинать как-то не хочется. Закрой, здесь сохранения нету. Ладно, попробуем еще по новой начать. В принципе, галактика рандомная. Посмотрим, что там будет. Всем удачи, всем пока.